В самом обыкновенном районе самый обыкновенный следователь. А может, тебя убить нахер? И самый обыкновенный опер. Раздолбай! Нашли себе самые необыкновенные проблемы. Ой. Громкое убийство произошло в Москве. Да! Да! Их хотят убрать. Когда их поймают, с вас снимут погоны. Подожди, вас что, подставили, что ли? Давай, заводи. Так. Все изменилось. Те, кто защищал закон, должны от него скрываться. Эти черти угнали речной трамвайчик. Теперь они опять где-то здесь. Леденцы на сдачу возьмете? Чтобы выжить, им приходится постоянно нарушать закон. Я вашего Летеху этой колбасой убил. А с тобой знаешь, что сделал? А я теперь статьи коллекционирую. Такой у меня еще нет. Простите, а за убийство есть? Ага. Ну, слава богу. Крепкая мужская дружба. Мы состоятельная пара, почти семейная. И не хотели бы этого афишировать. Нежная, романтическая любовь. А вот интересно, если скрестить майора и подполу, они полкана родят, а? Горькая правда жизни. Жизнь надоела. А я Герыч никогда в руках не держал. Так за помидором и пошел. Ну и сел на 5 лет, классно? Че это с ним? Ничего страшного, сейчас отпустит. Рок-н-ролл! Вики-вики! Он же отморозок. Хуже. Это Глухарев. Глухарь в кино. С 29 апреля во всех кинотеатрах страны. Я прицелиться не могу! Попробуй в ноги, он вроде пониже тебя ростом. Не-не-не, ты чего? Не вздумай туда стрелять! Лучше в голову, лучше смерть!